Здравствуйте, мои дорогие и хорошие! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и перед вами игра Subnautica. Игра вышла в релиз, состоялся ее официальный вроде как релиз недавно. Почему вроде как? Ну потому что я говорю только по слухам, ориентируюсь. И я решил уделить внимание этой игре. Эту игру мне в свое время подарил мой хороший товарищ Аэролис, также известный как Саня. Ну, известный, естественно, для меня и для тех, кто давно подписан на мой канал. Вот, ну, я как-то долго не играл, я в ней вообще, в принципе, мало очень играл. Про эту игру я знаю чуть-чуть больше, чем ничего. Это выживалка в морском мире, ну, наверное, не только в морском. Поэтому, если вам понравится, а я буду ориентироваться на лайки и просмотры, то мы начнем прохождение. Ну, а сегодня мы снимаем пилотную серию. Так что, если вам понравится, поддержите проект лайком. Давайте начинать. Так, играть, начать новую игру. Уровень. Уровень сложности. Ну, естественно, хардкор я выбирать не собираюсь. Давайте почитаем. Так, потерпев крушение на опасной чужой планете, собирайте ресурсы и бойтесь голодом. Каждый с жаждой, чтобы выжить. И все, да, получается, вся сложность. Свободный режим. Как выживание? Так, стой, подожди, это... Это вообще сложность или что это такое? Новая игра, выживание, свободный режим, хардкор, креатив. Стройте без ограничения кислорода. Еда, давление, сюжет и смерть отключены. Ой, нет, это неинтересно. Хардкор режим. Получается, давайте в режиме выживания, наверное. Как выживание, только... Не. Хардкор слишком жестко, а вот... А вот это можно, выживание, давайте. Хочу выживание. Для продолжения жмите любую кнопку. Отлично. Вот это отличное начало. В общем, мы спасались бегством, походу, сбегали с нашего корабля. Бам. Нормально так. Прилетела подача. По-моему, немножко громковато играть, сейчас потише сделаем. Лучше я сейчас сделаю потише, а потом отрегулирую. Давай, чинись, чертова жестянка. Так, ой, мы горим. Мы горим в 3 квадратных метрах. Тихо-тихо-тихо, давай тушить. Так. Ну-ка, циц огонь. Нечего тут у нас гореть ничему. Так, что нажмите F8, чтобы сообщить об ошибках и написать отзыв. Куда же? Это что, разработчикам? Загрузка аварийного режима. Это наш супер модный планшет, видите, такой есть, прозрачный, классный, нанотехнологичный. Вы получили легкую травму головы, это может считаться оптимальным выходом. Данный... Там пластины металлической погоды получил легкое ранение, ничего страшного. Частично потеряна мозговая активность. Так, тап, чтобы открыть или закрыть КПК. И что у нас здесь с вами есть? Чертежи, получается. Здесь мы будем с вами сонять, что нам нужно для того или иного материала. И что нам это дает тот или иной ресурс, который мы находим. Фильтрованная вода 0. Обеззараженная вода 1 бутылка у нас получается. Так, давай-ка закроем. Отлично. Давайте уберем огнетушитель, чтобы он меня не напрягал. Так, и что у нас тут? Это у нас получается наш с вами инвентарь снаряжения. По снаряжению мы, получается, с вами голые вообще, да, судя по всему. Чертежи. Основные материалы. Титан, титановый слиток, силиконовая резина, стекло, антисептик. Электроника. Вода, снаряжение. Обычный кислородный баллон, ласты, аптечка, огнетушитель, термометр, труба. Понятно. Инструменты. Сканер, ремонтный инструмент. Ясно. В общем, ну тут все надо такое. Так, ну допустим, если я захочу сделать фонарик. Для фонарика нам нужен батарея и стекло. Вот так вот, да? Управление. Голосовой журнал. Это получается, мы только что и слышали с вами. Это не очень интересно. Все, не то. Так, что у нас здесь с вами? Что у нас происходит? Мы сломались, по-моему, капитально вообще без основательно.
изготовитель. Здесь мы с вами будем готовить всякие ресурсы. Еда, пропитание, ну и остальное все, собственно, тоже электроника, инструменты, в общем, все, это наше все. Это надо беречь. Нужен ремонт инструмента, чтобы починить. В общем, у нас тут... Так, солнечная энергоячейка. Так, отлично. Это что? Хранилище. Сюда мы можем скидывать наши запасы. Сигнальная ракета, фильтрованная вода и батончик. Давайте возьмем с собой немножко воды и батончик. Мало ли, сейчас мы пойдем путешествовать. Да что ты. И надо так. Здесь у нас аптечка, да? Взять аптечку. Мало ли что. Закрыть. И... Так, это что такое? Поврежденное радио. Ну, ясно дело, оно не работает, потому что оно повреждено. Выйти мы можем с вами как вверх, так и вниз. Давайте вверх выйдем. А нет, вверх мы выйти... А нет, можем. О, нам какая-то... Какая-то хрень летает. Так, и давайте-ка я, наверное, потише сделаю игру все-таки, потому что что-то слишком... Слишком что-то как-то громко. Вот, общий звук просто потише сделаю. Потом отрегулирую все это дело. Так. Аврора. Получается, Аврора это вот наш вот этот большой корабль получил нифига себе повреждение. Да его просто бомбанули прям конкретно. Да, смотрите, водная гладь просто вообще ничего нету. А прикиньте оказаться в такой ситуации. У меня бы лично паника началась. О, смотрите, труба. Ну-ка, попаду, нет. Уии, нет, недолет. Плюх. Так, открыто достижение. Какое-то достижение открыто. Ну-ка, стоямба. Кстати, можем рыб ловить. Прямо вот руками, если догоним, конечно же. Кислородный гриб. Ладно, грибов насобираем. О, иди сюда. А, нет, этого я схватить не могу. Он какой-то нехватабельный. Оп. Так, это я подобрать. Это раковина. Стены коралла, это я не могу подобрать. С грибами тут проблем нет. Смотрите, ну такая картиночка приятная довольно-таки. Графика. Плыть это поймем. Ну, в общем-то, у нас сейчас кислородного баллона нету. Поэтому кислород кончается крайне быстро. Поэтому надо часто всплывать. Так, ну давайте что, осмотримся. Здесь у нас какие-то водоросли. О, смотри, какие. Какие круглыжопастые, а, вообще. Так, а это что такое? Какие-то пузыри, какие-то медузы, что ли, или что это? Взять поплавок. Поплавок. Не-не-не, стой. Давай вот, в инвентарь. Во. Заправка 100%. Не-не, стой. Так, поплавок забираем. О, сейчас поплавков наберем. Так. Оп, кислород. Тихо. Так, погружаемся. Смотри, какой-то разлом там есть. Сейчас мы этот разлом тоже заплывем. Опа, а это что такое? Ну-ка, иди сюда, ты. Эй, блин, поймать, я сказал. Куда поплыла? Да что ты? Бекарась это, стой. Кстати, смотрите, да, мы поплавки сняли, и камень упал вниз. Вы поняли, да, получается? Это реально поплавок. Так, они на меня не нападут, что-то так прямо... Ой, смотрите, они что это делают? Вы что воздух портите, алло? Так, ладно, все. Тихо. Всплываем. Какие-то водоросли. Ненавижу водоросли в воде. Это вообще мерзость. Вода такая зеленая. Разбирайте известняк. И чем я его разбивал, интересно, кулаками, что ли? Забавно. Так, давайте хлебанем воздуха и поглубже спустимся. Ну, чтобы исследовать, конечно, глубины, нужен кислородный баллон. Оп. Достаточно просто глотнуть один раз воздуха и все. Так, а ты чё? Жизнь на данной планете производит необычные, уникальные, разнообразных экологических биомов. Это значит изучение. Понятно, что изучение мы будем изучать. Вот какая-то хрень плавает. Ну, я хочу поймать кого-нибудь. О, есть. Летяго. Мы поймали летяго. Открытие.
Открыт новый организм. Ха-ха, смотри, какая няша вообще. Пути. Так, что-то вот это рычащее мне не нравится. Я играю летягой. Ладно, все ясно, летягу мы с вами взяли. Воздуха гапнули. Здесь у нас, по-моему, ничего известняк или что это такое. Отложение соли. Отлично. Отложение соли нам тоже пригодится, наверное, для чего-нибудь. Вон еще есть отложение. Надкладывали тут, понимаешь, лисы. О, а там что такое? Блин, мне вот эта рыбина не нравится вообще. Она, о, смотри, какая пасть вообще. Рыба пасть. Не, нафиг я. Там какая-то хрень валяется. По-моему, это металлолом, если я не забыл. Так, грибов у меня тут кругом вообще много. С голоду не помрем. Если что, так, вот это что такое? Стой, стой, стой. Оп. Ха-ха, пузырь. Я поймал пузырь. Так, ясно. Стой, там вон еще какая-то фигня плавает. В общем, у нас рыбалка. Да, блин. Рыбата. Пускун. Пискун. А что ты не пищишь? Не-не, куда? Я просто нажимал на него, хотел. Думал, может, он пищать будет. Ну-ка, стой. Врешь, не уйдешь. Блин, ладно. Упустили пискуна. Фиг с ним. Так, здесь у нас что еще есть? Пещера. Опа, смотри. Какое-то яйцо. Забираем. Нормально, теперь уже есть грибы, яйца, рыба. Все. С голода не помрем точно. Съешь что-нибудь. Ха-ха-ха, живность, берегись, я голоден. Сейчас буду кушать. Тоби кушать. Вот тебя хочу. Не, ну, понятное дело, что в сыром виде... Это есть нельзя. Так, все, отлично. Ладно, давайте вернемся, наверное. Попробуем что-нибудь приготовить. Я пока не хочу батончики с водой тратить, потому что, ну... Еще успеется все это дело съесться. Давайте поплывем к нашей капсуле. Здесь есть какая-то сюжетная составляющая. Ну, естественно, как в такой выживалке, нам, естественно, ничего здесь не рассказывается. Мы на какой-то планете, нам нужно что-то искать. В общем, надо для начала нужно починить нашу капсулу. Кстати, темнее, да? Ух ты, ё-моё. Кстати, планета какая-то. Луна. Местные птицы. Вода очень красиво сделана. Очень нравится. Очень красиво водичка сделана. Браво. Обожаю в играх, когда водичка красиво сделана. Так, давайте что-нибудь... Повар. Что у нас есть поесть? Приготовление еды. Соленая еда. Нет, давай просто еды. Соленая, я так понимаю, это, скорее всего, сытность повышает. Так, приготовить летягу. Пузырь. Кого съедим? Давайте... Давайте пузыря сожрем. Так. Мы его съели или кот положили? Так, вода. Фильтрованная вода, плюс. Давай профильтруем. А из кого мы воду вообще взяли? Так, хорошо, подожди. Подожди, как? А, вот все. Так, инвентарь. Уху-ху-ху, нифига себе, как у меня тут всего. Так, давай водички и... Где у нас готовый пузырь? А, вот он. Приготовленный пузырь. Так, еда 16. Смотрите, кстати, он у него пропадает показатели, да? То бишь, если мы его не будем сразу есть, то он голод потом. Так, это что у нас? По-моему, нам еще надо что-нибудь поесть, да? Давай еще что-нибудь приготовим. Ну, летягу приготовим. Блин, надо будет больше провианта насобирать, а то... Как-то это мало он. Троглодит еще тот. Что-то рассказывает. О, чавкает, как свинья, посмотри, чем. Ресурсы. Так, мы можем что-то сделать. Основные материалы. Стекло можем сделать. Это мы из чего? Кварц, окей. Давай сделаем стекло. Инструмент. Так, что это? Воздушный пузырь. Устройство для экстренного всплытия. Химическим методом производит газ легче воздуха, который быстро... Ну, такое себе, конечно. Не, ну для... Если я буду на глубину погружаться, это, конечно, хорошая штука. Но пока мне она не особо. Мне нужен ремонтный инструмент. Это мне нужна силиконовая резина, пещерная сера и титан. Титан!
Здесь видели, здесь уже составы, можно что-то комбинировать при, с приготовлением. Так, ладно, давай-ка мы тогда... А для чего грибы вообще? Так, ладно, мы пока их выложим, я больше пока их брать не буду. Ну, судя по тому, что их тут много, это, скорее всего, какое-то вторсырье вообще. Так, а воду, воду возьмем. Поплавок. У нас очень много поплавков, я правда не знаю, зачем они. Мне кажется, это мусор. Я из них ничего не могу сделать почему-то. Я бы, кстати, кислородный баллон, но для этого мне нужен титан. Так, давайте титан тогда, получается, надо. Ласты, резина. Аптечка. Короче, сейчас надо заморочиться приготовлением простых вещей. Это кислородный баллон и ласты. Ладно. Скидываем пока все барахло. И отправляемся на поиски. Еще, кстати, фонарик бы не помешал. Здесь вроде больше ничего пока нет. Ладно, пошли. Ого. Берегись же. Ох, как тут. Ух ты, смотри, как здесь ночью классно. Правда, я сейчас не знаю, что я тут найду. В ночное это время суток. Блин, офигеть, красотища-то какая, а. Ляпота. Ляпотовская, так. Кого-то схватил, не пойми кого. Ну ладно, хватаем пока все. Может, потом на еду все пойдет. Вот так вот, прибыл на непонятную планету и уже начал все тут жрать. О, ну-ка, что там происходит? А смотри-ка, планета двигается. Прикол. Так. Блин, ну не видно, если честно, ни хрена. Если честно, ни хренашечки не видать. Ну, грибов я брать не буду, мне хватает. Мне надо титан. О, рассвет уже, классно. А то не видно ни черта, мне бы немножко света бы не помешало. Так, вот что-то есть, смотри. Нет, ничего нет, мне показалось. Иди сюда. Ты моя еда. Вау-вау-вау-вау. Прикольно, такие звуки делают вообще. Прямо реально здесь ощущается жир. Опа, металлолом вижу. Ну сейчас я всплыву. Ощущается жизнь вот здесь, под водой. Мир не пустой, он наполнен разными существами. Это, конечно, очень классно. Они нам что-то блякают по-своему. Так, металлолом. Да, остатки нашего корабля, типа куски. Так. Кислородный гриб. Может быть, кислородные грибы можно как-то есть прям под водой, и они тогда нам будут пополнять кислород. Ну, не зря же он называется кислородный гриб, правильно? Должна быть логическая цепочка на его названии. О, смотри, дупло. Может, это чье-то Опа, тихо, что-то вижу. Тихо-тихо, спокойно, я тут быстро. Так. О, кварц, отлично. Это, по-моему, для стекла надо. Что я подобрал-то? Золото, офигеть. Разбогатеем. Так, мне надо всплыть. Блин, ну в такие места надо плавать уже с кислородным баллоном. Для этого мне нужен титан, по-моему. Я всплываю. Оп. Я погружаюсь. Так, давайте еще раз попробуем туда заплыть быстренько. Прям пулькой сюда. А, вот это я помню. Эту штуку мы хаваем. Вот эти вот пузыри, которые пускают эту вот штуку. Оп, оп, и мы пополняем тем самым кислород. Так, вон что-то внизу есть. Внизу есть, так давай, оп. Попкой схватим пузыречков. Все, погнали. Кварц еще пойдет. Свинец, отлично. Еще свинец. Так, ну-ка, быра-быра-быра.
Кислороду дай. Слышь? Еще дай. Еще дай. Отлично. Так, вот еще что-то есть. Медь. В общем, в этих пещерах, видите, можно искать вот такие вот... такую вот руду. Так, это мы не можем вверху схватить. Кварц. Хватаем все, что плохо лежит. О, еще пузырики, давай. Таким образом, мы, кстати, можем и без кислорода просуществовать. Так, что... Я так понимаю, вот эти здоровые, они как, ну, будем их называть так кодовым названием, киты. Они не нападают, но и к ним тоже подходить лучше не стоит, потому что они выпускают какой-то газ, и я думаю, он вряд ли... Блин, этот уход не могу поймать. Они явно не мирные, это однозначно прямо я чувствую, как бы вот этот газ. Так, вот что-то есть, металлолом и пузырики. Так, сейчас воздуха наберем. Прямо такой звук у них такой брутальный очень. Это вообще какая-то радуга пускает. Это очень был плотный ужин. Еще металлом, да, или что это? Вообще что-то не подбит. А, стой, что-то. Фрагмент мотылька. Какого мотылька? Вот они. Вот смотри, опять эти, которые, как они? Поплавки. И здесь, кстати, есть ресурс какой-то. Так, взять золото. Я не знаю, зачем мне пока золото. Я не знаю, зачем эти поплавки держат эти камни. Может быть, как-то уронить надо вообще? Кораллы. А, кислорода нет. Ядрит ты, посмотри. Я что, умер, что ли? Что-то я зазевался маленечко. Так, и что, все, я потерял все? Ну как? А есть место, где я умер вообще? Не, ну вы видели там вот эту шляпу, которую я видел вообще? Там какая-то здоровая, непонятная хреновина плавала. Я перед смертью ее успел разглядеть немножко. Ну, походу, я свой труп уже не найду. Потому что я понятия не имею где. Ну ладно, надо быть повнимательней. С кислорода у нас жизнь уходит быстро. Ну, в принципе, как в реальность еще. Че тут удивляться-то вообще? Здесь ничего нету. Так я, получается, все, что я нашел, я сейчас все добросовестно просрал, да? К кораблю плыть нельзя, потому что у корабля там радиация очень сильная. Это я помню, я там пытался подплыть. И схлопотал радиации кусок, поэтому... Что получается, все, что я там насобирал, да, вот это все золото. Ну да. Круто, блин. Что ты скажешь? Не, ну тут как бы никто не видит, кроме меня, естественно. Какой-то... Опа, это что такое? Фрагмент. Блин, а что я взять ничего не могу? Я, например, хочу... Так, стой, здесь есть ресурс, но сейчас я... Хапану кислорода вниз. Здесь что-то есть вот. Так, что-то взяли, ладно. Блин, я ведь там не так мало-то насобирал уже, блин. Печалька. Так. Надо осматриваться. Здесь есть агрессивные существа. Прямо по-любому. Металлолом, да? Есть. Блин, я там и еды столько набрал вообще для себя уже. Все, понял. Кислород, кислород. Кислородище. Ого. Ой, там, по-моему, какой-то гейзер. Слушай, там выброс. Тебе-то туда мне не хочется сейчас. Поглубже спустимся, конечно, но... Оп, я что-то вижу. Ну, что-то мне подсказывает, что там очень опасно. Ой, здесь они ресурсы сколько, офигеть. Мое! Вот это да!
Так, а здесь в опасности, нет? Нет, здесь, кстати, я в безопасности. Блин, ну жутковато. Так, ладно, давай сплывем. Эй, кислорода мало. Так, ладно, туда мне пока рановато погружаться, это однозначно, потому что у меня очень маленький запас кислорода. Там по-любому что-нибудь очень прикольное есть, но я боюсь, что я могу не пережить это прикольное. Здесь какие-то кабеля, но это я тоже ничего не могу взять. Кислородные грибы. Фрагмент. Так, это что? Фрагменты. Здесь прямо обильные обломки корабля. Так, ну-ка, слушай, подожди. Надо порыбачить, а то я всю еду просрал. Так, рыбина. Вот ты. Ну, возьми. Да хватай ты ее, ё-моё. Во. Что ты ее, блин, взять не можешь? Я там тыкаю, как этот. А ты ее не берешь. А еще есть? Я еще хочу. Он много жрать любит, как я прям. Хватит ржать надо мной. Я новичок, да, я знаю. Не надо тут ржать. Ой, бляха. Слышь, пасть закрой. Воу, сейчас меня за ляжку хватит. Гребем отсюда. Давай, шевели ластами. Так, оторвались? Где он? Блин, вот на это чудовище надо с каким-нибудь гарпуном нападать. Вот на это тоже, наверное. Здесь же тоже, по-моему, какой-нибудь ресурс есть. Если здесь вообще есть какое-нибудь оружие. Блин, не до дельфин хренов. Что-то большое, слышали? Типа что-нибудь наподобие касатки, иди сюда. Ха-ха-ха, пузырь. Пузыревич. Пузырьковский. Так. Ничего тут нету, да? Кстати, вот она пещера, в которую я лазил. Вот мы сейчас туда повторно залезем. Там пособираем все, что я насобирал, и будем возвращаться уже к нашему кораблику. Белые кораблики по небу плывут. Здесь был кислород. Здесь был кислород. Вот он, сейчас давай. Кислорода сразу пахал. Ой, ем. Отлично. И теперь можно собирать все, что здесь вот плохо лежит. Так, что еще? Там вон яйцо есть, давай яйцо возьмем. Яичницу потом пожарим. Правда, это яйцо больше, знаете, похоже на икру. Ну, неудивительно, здесь же рыбы. Морские твари, все такое. Везде эти гребаные кислородные эти грибы. Что-то прошлый раз я здесь был, здесь было побольше. Может, все-таки оно как-то сохранилось у меня, а? Ты кислород так не расходы. О, я вижу еще что-то сейчас. Прям видели, как он выпустил воздуха сколько? Я столько не впитываю, чтобы ты так столько выпускал. Во, ну-ка. Ать. Так. Там он еще что-то есть. Сейчас туда сплаваем. Так, здесь ничего нету? Нет. А, ну там уже выплыв, так сказать, наружу. Да, здесь уже выход. Ну ладно. Ой, Санька, здесь не просто выход. Здесь еще много вкусного. Блин, опять. Ой, стой, я тебя мог схватить. Стой, слушай, подожди. Стой. Че себе ты, блин, капец. Рыбная калибри. Титан, отлично. Титан нашли, ребята. Титан. Так, у меня кислорода мало.
надо хапануть. Да всплываю уже. Не ори на меня, женщина. Блин, я пока вниз спущусь. А мы же, кстати, будем ускоряться, напомню. Пока вниз спущусь, уже кислород опять кончается. Здесь просто еще что-то было. Вот. Мне еще титан нужен. Дайте мне еще титана. Слышь, рыба, титан не найдешь, я тебя сожру. Чтобы завтра к полудню детал у меня был. О, смотри, пузыри. Так, вижу камень. Все нормально, сейчас впитаю кислород. Все, и пучком. Не нервничай, женщина. Все, собрали. Вот, еще есть. О, титан. Отлично. Ох ты, ядрить, навонял-то, а? Ладно, все, я понял. Это тонкий намек, что мне пора сваливать. По-моему, медь нашел. Ну, медь это, я так понимаю, для проводов. Забавно. Забавные существа. Очень забавные. Ладно, всплываем. Так, да, всплыли ты. Вот далеко же мы отгребли-то, а. Смотри, там что-то есть. Скорее всего, это опять какая-нибудь труба коралла или еще что-нибудь. В общем, какая-нибудь ерунда неинтересная. Здесь ничего нету. Возвращаемся в убежище. Ну, еще по ходу бы хотел бы поймать еще кого-нибудь. Хрена лысого не поймать. Они как-то особо, знаете, не любят ловиться, я так понимаю. Сопротивляются, засранцы. Опа, есть. Бумеранг. Отлично. Мы обязательно почитаем про этот бумеранг. Давай еще, может, одну схватим, может быть, мы их... Ну-ну-ну. Есть. Поймал. Так, ну и постепенно мы возвращаемся к нашему убежищу и собираем все, что не собрали. Ну и ловим все, что не доловили. Отлично, еще еды. Блин, ну как же здесь ночью красиво, Саника. Все светится прям как в больших городах. Только естественная природа. Ну, ресурсы, конечно, в такую темноту я не собираю. Я ничего не вижу. Кроме грибов. Все, и мы с вами уже на месте. Отлично, ладно, давайте тогда посмотрим, что мы там насобирали, что мы можем с этого всего сделать. Так, ладно. Сразу подходим сюда. Давай пережрем маленечко. Бумеранга можно готовить, отлично. Жалко, нету показателей, сколько, ну, например, та или иная рыбина, ну, дает нам с пищевой ценности. Ой, блин, зачем ты чавкаешь, а, друга? Ну, неужели нельзя есть нормально? Если есть как свинья, что ли? Давай еще одного пузыря приготовим, то он не наелся явно. Пузырь похож на камбалу. Не люблю камбалу. Вот, ну, вот так вот, перекушали маленечко и пойдет. Так, объекты. Это небольшое хранилище, которое может быть размещено в воде. Зачем? О, титан. Давай сделаем. Так. А, смотри, мы, получается, титан делаем из металлолома. Угу. Титановый слиток. О, кислородный баллон. Смесь О2, сжатый для дыхания воздуха. Так, давай. Надо. Оба, отлично. Трубка. Пачку трубки можно использовать для подачи воздуха через нос.
плавучий воздушный насос. Плавучее устройство, закачивающее воздух в трубу, служит начальной точкой цели труб. Что-то непонятно, что это вообще, зачем это. Так, это что такое? Так, это я санял. Здесь у нас ремонт. Ремонтный инструмент. Ну, получается, силиконовая резина еще непонятно. Где пещерная сера, непонятно. Титан, я, в принципе, понял, где доставать. Так, батарея. Стекло у нас есть, но батарейки пока нету. Так, погоди. Ну, давай еще что-нибудь приготовим. Давай воды сразу на прозапас сделаем. Вообще, пузырь у нас очень-очень такой, смотрите, универсальное существо. Оно у нас и для воды идет, и для готовки. Надо будет их побольше доставать. Но я думаю, скорее всего, может быть, для готовки оно меньше дает ресурса, чем для воды, например. А то это слишком было бы имбовое существо. Так, ну и скинем пока все ненужное. Что можем взять? Скинем пока все ненужное, если, конечно, у меня все это ненужное влезет. Так. А, вот и все. Кончилось. Так, контейнер. А, я его, так понимаю, в воде надо размещать, или я здесь тоже могу его? Ну-ка. Допустим, вот пока сюда поставить. Это хранилище для воды, я понял. Ладно, давай тогда снаружи разбросим. Рядом с нашим кораблем. Надеюсь, он никуда не уплывет. Во. Ну и сюда давай скинем ресурсы наши. Что у нас здесь? Кварц. Скинем кварц. В общем, здесь у нас будет прямо именно для, чисто для ресурсов хранилище. Так, отложение соли. Все. Окей. Ну что, друзья, собственно, на этом я, пожалуй, сегодняшний закончу нашу серию. Помним, да, оценим видео, если вам нравится эта игрушка, лайк обязательно. Вот, подписка, если вы не подписаны, и пишите свои отзывы, комментарии, ну и подсказки, соответственно, тоже. А что у меня здесь дым? Вроде пожар уже потушен. А, ну это, скорее всего, от аппаратуры. Ясно. Интересно, где он здесь спать будет? Сидите, что ли? Все, друзья, всем удачи, пока и всем мандаринки.